Авария произошла с переворотом на переулке Павлова. Машина, ростовские номера. Водитель, как сказали очевидцы, убежал, скрылся. Вызвали ГАИ, сейчас будут разбираться. Перевернулся, никого не зацепил, по всей вероятности. Это видел издалека. Он не пострадал, он убежал. А молодой? Не знаю, я не видел, просто видел силуэт, что убежал. Он просто ударился об бордюр, да? Да, все, я тебе перезвоню, да. Ударился вот об этот бордюр, да? Ну, смотрите, я по следам, вот он ехал, видимо, он сманеврировал, разогнался. Следы, видите, два следа. Да, 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 да. Ехал, ехал, получается, вот тут был у него удар. У него вот тут был удар, и скорее всего отсюда вот так получается. Машину перевернуло, и он туда укатился. Вот по следам. То есть никого он не зацепил, сам по себе ударился. Не зацепил. А бордюр? Я это все видел. Это ну да, следы видно на бордюре. Я вон там шел. А где он? Посередине дороги машины не проедут. Вот они следы на бордюре. Вот удары произошел переворот. Никого нет, но видно. Давай отходите от машины. Что вы там забыли? Ну смотрите отсюда. Зачем туда? А ГАИ вызвали? Не знаю. Ну, я думаю, народу столько туда базы. Мы его отняли. Да, они экономят, как он дать? 102. 102 набери. Или 112. Скажи переулок Павлова. Ну вот, начальное место соприкосновения с бордюром. А вы репортаж ведете, да? И метров 7. Метров 7 по бордюру его протащило и перевернуло.
Вот они, следы от соприкосновения с бордюром видны. Сумку заберу с телефона. Не понял. Сумку заберу с телефона.
чемоде, телефон. Привет, Миша. Блин, там еще один. Давай перейдем дорогу. Олег, что ли? Я не знаю.